сейчас он уже нагрелся, температура 90. В таком режиме мы катаем еще полбака, и следующие полбака мы ставим ее уже на трассу. И потихонечку начинаем крутить либо восьмерку, либо ездим по кольцу, чтобы мотор работал под нагрузкой. Когда вы будете газовать, топливо будет заканчиваться быстрее. Все, просто плавно даем газу, немножко сбрасываем, потом еще раз плавно даем немножко. Трубы очень много летит не сгоревшего масла, так как мотор очень богатый. Ну, это на самом деле хорошо, значит мотор у нас хорошо смазывается. Померяем температуру на всякий случай. 110. Хорошо. Так плавно газуем мы еще полбака. Когда полбака искатываем, это, ну, по времени, наверное, минут 10-15 у нас на это еще уйдет. И ставим модель на трассу и катаем кольцо либо восьмерку. Потихонечку, также без нагрузки. Перед тем, как ставить модель на трассу, советую холостой закрутить на полоборота, тем самым поднять его. Так как мотор тугой, и при низком холостом он может подклинивать на сбросе. Температура у нас 115, ну, так как у меня градусник немножко врет, где-то 108. Фольгу уже лучше снять, он и так под нагрузкой будет нормально нагреваться. Бака еще откатали, вот там на площадочке на месте. Дали мотору остыть, опять его прогрели и потихонечку едем на трассу. Газовать не надо, нужно ехать плавно.
Мы снова заглушили модель, даем ей остыть. Это у нас после первого бака по трассе. Сейчас мы берем отверточку. И вот у нас игла высоких оборотов. Ее нам нужно на часик буквально, ну, 5 минут, час, кто как говорит, подбеднить. И так нужно делать каждый бак. Потому что модель, ну, как бы она очень богатая, она не едет. Соответственно, чуть-чуть бедним, чтобы она ехала чуть сильнее. И то же самое делаем с иглой низких оборотов, которые мы богатили. Точно так же на одну метку. Сейчас я покажу как. Вот она у нас, игла низких. Также ее на один час забедняем. Все, даем модели остыть. Там 5-10 минут она остывает. И снова заводим ее по трассе. Бак. Каждый бак мы понемножку бедним, как я и говорил. Вот она уже едет, еще не на все, что может, но уже едет. Как видите, мотор на максимальные обороты еще напрямую не выходит. Но на нем уже можно все прыгать. Бак. В принципе, уже едет на все возможности.